Там микрофончик не работает. Да. У меня вопрос к Дитеру Болину. У меня вопрос к Дитеру Болину. Сегодня, в общем-то, необычный день немного для Москвы, потому что оба участника бывшего дуэта «Модерн Токинг» присутствуют в Москве и выступают просто на разных совершенно площадках. В свой прошлый приезд Томас Андерс сказал, что он следит за творчеством, за тем, как Дитер участвует в жюри конкурса «Германия ищет суперзвезду», и на 90% в принципе согласен с мнением, которое Дитер высказывает об участниках, об их музыкальных способностях. В связи с этим у меня возникает вопрос, видит ли он за творчеством Томаса Андерса, и как он оценивает его творчество на современном этапе? В Германии Томас практически не работает, но там же практически никто не знает. А не скажите еще, Георгий, там не за чем особо следить. Понятно. Спасибо. Еще два года назад, когда вы были на дискотеке 80-х, после своего выступления... Три года назад. После своего выступления вы сказали, что в 2010 году вы хотите выступить с проектом Modern Talking на Красной площади. Чуть позже вы скорректировали свое заявление, сказали, что возможно это будет не группа Modern Talking в своем бывшем составе, а будут какие-то другие исполнители под этим брендом. Вы не отказываетесь от своей идеи? Времена, к сожалению, меняются, и сейчас он загружен работой в своем проекте точно «Зуперстар», где мы они сейчас уже звезду, что практически не хватает времени сейчас на музыку. То есть не сольные его проекты выходить не будут, и как бы вот еще вопрос по поводу сборника видеоряда, видеоклипов к проекту Blue System, который еще в плохом качестве и как бы не переиздан до сих пор. Будет он переиздан, будет ли рассматривать возможно в ближайшем будущем? Он сказал, что сейчас нельзя заработать, к сожалению, денег больше на дисках, выпуская диски и делая музыку так, как это было раньше, поэтому он сейчас больше ориентирован на продюсерскую работу. И он с другими исполнителями продал 3 миллиона пластинок. Вот. И Modern Talking и Blue System в данный момент для него уже не актуальны. Хорошо, спасибо. Спасибо, еще вопрос. Представляетесь и издание, которое составило? У меня тоже вопрос к Дитеру Болину, потому что так редко балуют фильм «Экспрессы», поэтому накопилось. А где
композитор, какой проект тебе ближе к душе и к сердцу? Модер Токинг или Блюз? Сказал, что сейчас его интересует только Германия сейчас вот на звезду, и, а еще его интересует только его мама. А как он относится к творчеству басиста Сен-Брю? И вообще есть ли какие-то взаимоотношения? Он не знает, кто это такие, у них нет никогда контакта. Спасибо. Простите, пользуясь случаем, можно спросить у Виктора Болина, поскольку мы занимаемся еще и прочной темой, если у него персональный интерес и откуда такой красивый загар? Стилисту ему не нужно, потому что он и так хорошо выглядит. А загар у него из Карелики, они были там на съемках, Германия сейчас будет звезду 3 недели. Вопрос Виктору Болину. Он столько раз был в Москве и знает о нашей русской любви, но песню так и не создал. Там Russian Love, Russian Girl, и не знаю, ну что и песни. Будет ли песня о русской любви или там о русской девушке? У него не было никогда русских женщин, поэтому он не может ничего писать о любви к русским женщинам. Если вы ему сегодня 20 русских женщин предоставите, то он напишет вам песню. Можно еще один вопрос от сайта Дитер Болин Ром? Мне, вопрос довольно-таки традиционный. Дитер уже находится в столице практически сутки. За это время он успел где-нибудь побывать? Или он провел время только в отеле? И каковы его дальнейшие планы до отъезда? Ну, не в Олимпийском, а именно по городу. Ему с вами нужно будет еще один раз в туалет, потом он на Красной площади видел, встретил там Александра и Елена.